что мы прекрасно знаем, что в Переяславе речь шла о присяге, которую принесло, собственно, войско Запорожское, принес гетман Богдан Хмельницкий русскому царю Алексею Михайловичу. Все остальные особенности этой присяги, взаимоотношения Украины и России и так далее, действительно оформлялись в достаточно длительный промежуток времени, заключалось большое количество соглашений, они пересматривались фактически до середины 18 века, до тех пор, пока Екатерина саму по себе Запорожскую сечь-то не разогнала. Значит, и поэтому говорить о каком-то одномоментном процессе, вот в Переяславе произошло что-то, в Переяславе произошла присяга. В Переяславе фактически российский царь получил право титуловаться царем не только Великой, но и Малой России. Кстати, этот титул за ним признали только к началу 18 века, то есть за него еще пришлось достаточно долго воевать, чтобы поляки согласились его титуловать таким образом. Поэтому момент Переяслава – это старт достаточно длительного процесса. Этот процесс, в общем-то, завершился в 1917 году, когда династия Романовых закончилась, и все присяги всем русским государям утратили, собственно, свою силу. После этого была совершенно другая правовая культура, совершенно другие правовые отношения, и совершенно на других правовых основаниях формировались и взаимоотношения Украины и Российской Федерации, и совершенно на других основаниях правовых создавался Советский Союз. Поэтому Переяславская присяга имеет определенное политическое значение до сих пор, потому что она дала старт собиранию украинских земель под скипетром русского государя, и в конечном итоге она сформировала, в результате нее в течение нескольких столетий сформировался тот корпус территорий, который сегодня очерчен границами современной Украины, потому что они могли бы быть совершенно другими, не быть Переяславской присяги, или их вообще могло не быть, по сути дела. Значит, но с точки зрения юридической, формально юридической, Переяславская присяга утратила свою силу в 1917 году, и сейчас мы о ней можем говорить только как об историческом факте. Сегодня наши взаимоотношения базируются на совершенно других правовых основаниях. Момент Переяславской рады – это момент старта очень длительного процесса. Это момент старта собирания украинских земель под властью российского государя. Собственно, момент старта восстановления западной границы Киевской Руси, потому что никогда династия ни Рюриковичей, ни наследовавшие их Романовы не отказывались от своих претензий на все земли Киевской Руси, которые некогда находились под властью династии. Единственное, что до какого-то момента не было военной силы для того, чтобы реализовать эти амбиции. Вот Переяславская присяга – это был тот поворотный пункт, после которого Россия, имея поддержку войска Запорожского, сумела военным путем реализовать часть претензий на бывшие земли Киевской Руси западные. И с этого момента, собственно, началось продвижение западной границы российского государства, продвижение российской границы российского государства на запад, которая, по сути дела, остановилась в 1917 году, после чего начался откат. Ну, было несколько приливных войн, но сегодня мы имеем практически границу Российской Федерации западную. Эта граница, по сути дела, даже не средины, а только начала 17 века. Поэтому с сегодняшней точки зрения для нас Переяславская рада, Переяславский процесс, Переяславская присяга, она важна с точки зрения исторической, с точки зрения политической. Вот, и очевидно, как бы это сказать правильно, возможно, не с общенародной, а скорее с общенациональной точки зрения, потому что в конечном итоге с того момента, ну и до сегодняшнего дня, если тогда это было общим местом, то сейчас это достаточно распространенная, хоть и не всеми поддерживаемая точка зрения, что это был момент объединения единого православного народа, потому что до сих пор, в общем-то, широко распространена точка зрения, что великороссы, малороссы и белоросы – это единый православный народ, который не разделяется на три нации. И, в общем-то, даже на Украине есть достаточно большое количество людей, которые определяют себя как украинцев, но есть достаточно большое количество людей, которые определяют себя как малороссов, принадлежащих к русскому народу. И чем дольше живет украинское государство, чем сильнее в нем политические противоречия,
тем сильнее радикализируются эти точки зрения, и тем большее количество людей именно приходит вот к этим крайностям формирования. Мы украинцы, мы русские, хоть мы и все граждане Украины.